В администрации города состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, обеспечению пожарной безопасности. Один из вопросов повестки касался организации обеспечения безопасности людей на водных объектах в период купального сезона, а также подготовки к нему и оборудования пляжа. Отмечалось, что для недопущения несчастных случаев в местах несанкционированного купания будут выставляться аншлаги, предупреждающие об опасности, а также организуют регулярное патрулирование и информирование граждан о правилах безопасности поведения на воде. В ходе заседания было поручено активизировать работу по привлечению к ответственности граждан, нарушающих запреты, установленные правилом охраны жизни людей на водных объектах. В дополнение к этому с социально незащищенными семьями проведут профилактические беседы с целью разъяснения им правил поведения детей на водоемах. Отделу полиции Буйский было поручено усилить патрулирование на период купального сезона. Особое внимание необходимо обратить на пребывание у воды детей без сопровождающих взрослых. По окончании заседания прошла приемка городского пляжа. Объект готов к открытию. Силами предприятия «Дорожник» на нем установлены малые формы сооружений, биотуалеты, раздевалки, контейнеры для мусора, ограждение для обучения плаванию детей, информационный стенд. Спасатели прошли обучение, график их работы утвержден. Пробы почвы и воды соответствуют норме, акарицидная обработка проведена. Документы о вводе в эксплуатацию места для летнего отдыха «Буевлян» подписал специалист Государственной инспекции маломерных судов МЧС России по Костромской области. В соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах Костромской области, все пляжи на водных объектах подлежат учету территориальном органе ГИМС. Разрешение на допуск отдыхающих к водным процедурам на территории пляжа выдается только при выполнении всех необходимых требований, указанных в данном нормативно-правовом акте. Сегодня прошла приемка пляжа, приуроченная к открытию пляжного сезона. Пляж принимал Смирнов Борис Витальевич, инспектор ГИМС МЧС города Галича. В принципе, приемка пляжа прошла успешно и благополучно. Претензий никаких, нарушений никаких не выявлено. Пляж принят в полном объеме. Единственное, что сейчас довольно-таки высокая вода еще, и вода холодная. Поэтому большая просьба к жителям города, если приходите на пляж, то соблюдайте меры своей же безопасности, не заплывайте за буйки и соблюдайте температурный режим воды.